Падение составило значительную серьезную сумму, 2,5 миллиона практически. Из предварительных бесед с ними, то есть наше оборудование по нашей заявке, по нашим опционам, которые они выиграли, уже изготавливается, и они готовы приступить к установке после вторых майских праздников. Сроки работы у нас по детскому игровому оборудованию 60 дней с даты заключения контракта. Контракт заключен 24 мая. По спортивным площадкам, по двум другим опционам, которые они выиграли, 45 дней с даты заключения контракта. Контракты будут заключены на будущей неделе. Учитывая падение 40%, это первый момент немножко настораживающий. А второй момент, насколько я знаю, что у этой компании там порядка 27 судебных производств, в которых они находятся, естественно, вызывает опасения, как эта компания будет реализовываться с Урала, приедет к нам и будет реализовывать данное оборудование, установку данного оборудования. Если вы говорите, что 24 мая заключен контракт, то 60 дней, то есть фактически, я правильно понимаю, что в рамках этого контракта мы что-либо сможем предъявить этой компании только на 61 день, после заключения. Были примеры, когда мы контракты расторгали до начала, и были примеры значительно больше, когда ждали до последнего дня. В этом случае, конечно, страхуйтесь, пожалуйста, и все-таки какие-то рассмотрите выходы из ситуации в случае, если у нас все-таки до нас они с Урала не доедут. Поэтому вот в этом плане опасения есть. Мне бы хотелось бы, чтобы вы этот вопрос держали на особом контроле и, может быть, все-таки готовились к тому, что будут хулиганить, надо будет расправляться.